Всем привет, друзья, с вами Пип, и мы сегодня продолжаем погружаться в ужасные пещеры. Мы выбрали своего чувачка. А, подождите, там новый уровень был. Нет. Так, я думаю тогда... Так, ох ты, нифига, тут оказывается у меня еще целое меню есть, в которое я не заходил. Так, курсор мы можем поменять, автоаим у нас включен. Что такое I'm inclined? Да, в принципе, нахрен не нужен I'm inclined персонаж. Так, мы же, во-первых, забыли своего персонажа одеть. Так, а как нам выйти-то? О, возвращаемся в лагерь. И сейчас смотрите, что мы сделаем. Во-первых, мы идем в сундук и... Алло, а где мое кольцо? Подождите. Собственно, а какого хрена? Так, квесты. И? Это типа мы вот это все должны заполнить? А, офигеть. Столько заданий выполнить. Блин, я не понимаю. Я взял тогда кольцо. Куда оно делось? Так, у нас новая пещера. Забытый виадук. Давайте-ка попробуем. Нифига себе. Новая карта у нас открылась. Е-е-е. Ну чё, погнали. Так, а это у нас... Ох ты, не... я тут сдохну сейчас. Я тут, ребятки, сдохну. Тут враги-то прям... дубовые. Как мне их... долбить-то? Нифига себе. Вот, слушайте, я вот этого не ожидал. Да они очень жесткие. Вы посмотрите, я сколько долблю. Они еле убиваются. Так, прокачка. Скорость движения, базовая защита. Да мне нужен урон прям максимально прокачать. Иначе я, блин, тут просто не выживу. Так, уже с другой стороны начинает переть, да? Или ты просто заблудился? Да сдохни, блин, ну по 22 долблю. Ну это вообще просто смешно. И мне надо вот еще двоих убить, чтобы еще прокачку получить. И все будет все меньше, меньше, меньше собираться этих синеньких бутылочек, или что мы там собираем с них. О, еще и зашибись, еще и лучники. Так, не, ну вы молодцы. Ну, не, слушайте, вот этот уровень прям вообще адовый. Так, скорость... так, скорость атаки. Ну, спасибо, блин. И вот как мне их завалить? Не скажете, если... Да вы посмотрите, сколько их. Да, конечно, размечтались. Я просто так не сдамся. Чё вы думаете, если у вас лук и стрелы? Я чё, просто так... буду стоять, да хрен бы вы угадали. Буду потихонечку вас идти, идти и мочить. О, сейчас скоро доберусь, кстати, до первого свитка. Так, подождите, блин, с вас столько монеток. О, скелетики пошли. Здрасте, приехали. Так, регенерация, защита. Скорость движения, ладно, давайте, но скорость движения хотя бы у нас побольше пойдет. И у нас пошли скелетики, да? Классно. Но мне скелетики не волнуют, меня волнует свиток. Так, и прокачки меня волнуют основного оружия. Так, ой, так, и нифига себе, вышел босс, ребят. Вышел какой-то здоровый рыцарь. Что он делает, я еще понятия не имею. Возможно, он сейчас мне таких нахреначит тут, что мало не покажется. Так, наверное, зря я сюда побежал. Но мне по-хорошему надо вот это все собрать. Так, подъем увеличили. Хотя бы немножечко будем больше собирать предметов, которые падают с врагов. А то что-то мы вообще прям ни хрена не собираем. Не, ну урон 22, это, конечно, смешно. Смотрите, как тяжело у меня враги убиваются. Про босса я вообще молчу. Такими темпами мы его будем мочить, блин, я не знаю.
до следующего выходного дня. Блин, тут еще и бронировал. Ай, блин, тут еще и с щитами скелеты. Посмотрите, какое огромное количество. Блин, я такое ощущение, смотрите, они так все мерцают, как будто я из автомата по ним луплю, а у меня всего лишь какой-то огнемет с дробью, что ли. Что-то типа того. Так, ну я уже хочу отвалить от меня. Вон еще один босс идет. Так. А, это тот же босс. Так, ну он что, просто ходит? Если он просто ходит и ничего не делает, то ништяк. И я даже с ним, наверное... Ай, подождите, подождите. Подождите, подождите. Я, блин, свиток прошел. Я свиток мимо пробежал. И, так, огонь. Вот это мы еще не видели. Драконье дыхание. Ну-ка. Хочу драконье дыхание. Посмотреть. Блин, оно очень долго набирается. К сожалению. Ой, блин, опять покоцали. Так. Защита, скорость. Плюс 20 урона к оружию. Во. О, нормально. По 26. По 25. Вместо 22. Уже. Уже. Лучше. Ну, где этот гребаный огонь-то? Дайте хоть посмотреть, как он работает. Это вот пукалка и было драконье дыхание? Это серьезно? Это я ради этого бежал? Ну, вообще, ну это смешно. Я думал, что-то посерьезнее будет. И оказалось, что вообще какой-то пук. И чего? Он даже ни хрена врагам-то почти не делает. Опа, блин. Еще и горгульи появились. Зашибись. Блин, ну мне кажется... Слушайте, вот на этой карте как-то полчаса, наверное, продержаться можно. Мне так кажется. Потому что на прошлой прям... что-то жестко очень было. Там под конец... Ладно, ты еще как-то можешь маневрировать, но уже дальше... Просто на последних, там сколько у меня оставалось? Минут 6, там просто ад начался. Там уже и жизни не успевали накапливаться. Прям вот что-то как-то очень жестко все пошло. Окружали прям нереально дико. Так, прокачечка. Что мы в прокачечке возьмем? Защита и здоровье. Либо просто здоровье. Конечно, двойную пользу выберем. Какого хрена нам выбирать что-то одно, если можно выбрать что-то два. Ну, дохните. Так, ну я пока что вот так вот проскакиваю, собираю то, что до этого упустил. Ну, дыхание дракона, конечно, это полная параша. Ребята, это полная параша. Ни хрена абсолютно какого-то большого толка не дает. О, блин, что тут так закружили-то вы? Летучие мыши. Ай-яй-яй, не... Ох ты, нифиг. Ой, это что за хрен такой пробежал? Вы видели? Так, вы видели, какой-то хрен здоровый пробежал? Блин, короче, еще один босс. И вот прям вообще охренеть, как это плохо. Я вот этого еще не замочил. Вот он опять тут выскочил. Нахрен ты тут нужен, дружище? Тут летучих мышей? Блин, ну все, тут уже начинается, что не развернуться. Просто пипец. Хотя, вот смотрите, я как-то умудряюсь уворачиваться. Не, ну тут явно надо прокачиваться. Потому что, ну, а что тут еще сделаешь? Без прокачки тут вообще вариантов нет пройти. И видите, мне, в принципе, дают какую-то шляпу на прокачку. То есть я, по сути-то, ничего ценного взять не могу. Мне только скорость, 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 скорость. А где атака, атака, блин, дополнительное оружие. Дайте гранату, в конце концов, какой-нибудь. Ой, ты, блин, нифига себе, он пролетел сквозь меня. Вы видели, сколько жизней сразу он с меня спетрушил? Ну, не тварь ли? Не, этот уровень, конечно... да, ну, блин, ну, видите, что творит. И вот где мне жизни тут фармить? 43, ну смешно вообще. Так, какую-то фигню взял. Берсерковскую, какую-то шляпу. Вот жизни не фармится вообще. Все, и меня убили.
Я даже до следующего свитка не добежал. Возвращаемся в лагерь и, блин, а что мы прокачать сможем? Что мы сможем прокачать с вами на 1300? Давайте смотреть. На 1200 зон поражения только можем прокачать. Что, попробуем еще раз. Не, когда уже нормально так, еще помощнее прокачаемся, ребят, уже, наверное, будем... Так, давайте, я не знаю, давайте сначала пойдем в эту сторону. Просто быстро будем идти с вами. Нам нужно быстро добежать, чтобы взять дополнительное оружие. Вот эта тактика, мне кажется, лучше всего подойдет. Так, вы мимо идете? Ну идите мимо, ну чё вы? Чё вы нападаете? Ну шли мимо и валите нахрен. Все равно дохнуть нормально не хотите. А я пока за свитком сгоняю, сейчас немножечко больше себе оружия наберу. И пойду вам жопу попытаюсь надрать хотя бы части из вас, не всем. Всем не получится, особенно вот этому хрену на коне. Там прям очень тяжело будет мне. Ну да ладно. И не с таким справлялись. Блин, очень далеко до этих свитков эти. О, лучники пошли. Вот, вот вас, ребят, я вот абсолютно не ждал. Вот охренеть, они еще целятся так. Не, отвалите. Отвалить. Оп-оп-оп, промахнулись лошарики. Че, че, не получается никому попасть? Да? Что, быстро иду, что ли? Ну и пошли нахрен. Блин, лучше бы ему не огнемет сделали, а какой-нибудь, я не знаю, гвоздомет, ну, коломет. Я, конечно, понимаю, что это не... гвоздометов тут нету, потому что это времена какие-то еще старые. Ну, какой-нибудь коломет можно было сделать. Ну, это у нас, если, судя, вот так вот посмотреть, как он поворачивается, у нашего персонажа маска чумного доктора. Так, и чума. Так. А звездочки. Либо иглы. Блин, я даже не знаю, что выбрать-то. Звездочки тоже неплохо, и иглы неплохо. Да давайте звезды. Все, теперь гоним вниз. Ну, скелетики пошли. Не, звездочки нормальная тема, тоже урон наносит, они все бегут, об них долбятся и, соответственно, урон получают. Все, мы несемся, короче, теперь, блин, по-хорошему нам и руку взять надо, и еще один артефакт. Все, босс вылез, хреновенько, так, бочки. Можно просто по краю, видимо, бежать. Блин, не, нам надо вот этих все-таки чуваков тоже мочить. Нам прокачка нужна. Базовая защита, скорость. Блин, где гребаная атака? Ну, хорош. Ну, прям вообще игра против нас как будто идет. Какого хрена-то? Я, конечно, все понимаю, что сложность сложностью, но по-честному хотя бы надо играть. Как я буду убивать врагов, если, блин, мне атаку не дают почти прокачать вообще абсолютно. А меня вот уже начинают прям щемить. Причем очень жестко начинают щемить, смотрите прям. Я прям уже просто по краешку бегу, потому что, ну, вообще вариантов нет. Вот только вот на эту сторону перебегать и идти дальше. Отвалите, уроды. Просто нахрен отвалите. О, скелет. Вот посмотрите, какая орда прет. Так, еще одна прокачка. О, скорость атаки. А сила атаки где, блин? Где гребаная сила атаки? Я хочу не быстро стрелять. Я хочу мощно стрелять. И может мне тогда... Ай, блин. Может мне тогда и не нужна будет скорость эта. Я просто буду долбить всех с пары выстрелов. И все. И мне этого абсолютно будет достаточно. Наверное. Нет. Ну, хрен бы мне, конечно, дали такие ништяки. Так что, ну что, довольствуемся тем, что есть. Вот, потихонечку, потихонечку все равно мочим их.
Так, отвалите. Дайте протиснуться. О, блин. Смотрите, берут в котел меня. Пошли в зай. О, рука. Так. А, вот что рука дает. Короче, начинает все с уровня лететь. Все, теперь я понял. Так. Регенерацию тогда возьмем. Вот что значит дает рука. Отлично. Ну, в принципе, неплохо, но до нее добираться. Так, урон. Вот, 20 урона. Отлично, наконец-то. Давайте почаще эту фигню. О, смотрите, как скелеты начали быстро сыпаться. По 28, когда атака началась. Так. Все. Блин, ну теперь... Ой, блин, ну гаргули пошли. Все, если пошли гаргули, значит еще один босс вылазит сейчас. А если еще один босс вылазит сейчас, то нам жопа. Окончательная и бесповоротная. Мы, смотрите, вот тому еще боссу, в принципе, урона не нанесли. А как с другим еще при этом бодаться, хрен его знает. Ай, ай, да вы что, сдурели, что ли? Эй, блин, горгулья сраная. Горгулья, блин, меня просто долбит. Дай мне до второго артефакта добраться, тварь. Я хочу посмотреть, что там выпадет. Может, еще какая-нибудь фигня выпадет. Блин, они быстрые, я просто не успеваю. Я бегу, но не успеваю, прикиньте. Так, ладно. Не, если я добегу до артефакта, будет прикольно. Ну, пока что-то... Мне кажется, шансов у меня мало. Вот прям вообще... Ай-яй-яй-яй-яй, нормально так. Вот просто, смотрите, не успеваю. Не успеваю убегать, они прям впритык бегут. Так, урон еще плюс 10. Отлично. Уже по 30-точке. По 30-точке долблю уже. Уже, ребята, немножечко. Все, босс. Появился гребаный босс. Так, и артефакт есть. Огонь. Огонь шляпа полная, так что берем молнию. Так, и как мне тут с вами бодаться-то? Скорость атаки, критический урон. Ага. Зашибись. Все, у меня один удар остается. Да, тут пофигу, что уже. Все. Как я уже сказал, тут пофигу было и чего брать. Что вариантов мало, блин. Не, очень сложно. Очень сложный уровень. Так, и что мы на 700 можем прикупить? Давайте посмотрим. По-моему, вот абсолютно ни хрена мы не можем на 700 прикупить. Самый дешевый у нас получается 1500. Огненный урон. Да. Дальше все по 1900 идет. Ну что ж, на этом сегодня тогда закончим. Нехило мы постарались, но я все-таки не понимаю, где наше гребаное кольцо, которое мы в прошлый раз получили. Это прям как-то обидно. У нас было кольцо, мы его получили с босса. Значит, оно должно у нас быть. Либо оно что, типа временную какую-то фигню давало. Ну это вообще тогда шляпа полная. Ладно, давайте встанем на свое место и будем на сегодня заканчивать. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком, напишите какой-нибудь комментарий, это помогает каналу развиваться, немножечко больше просмотров набирать. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.